аккумуляторы премиум класса «Веста». Титульный спонсор футбольного клуба «Краснодар». В первом тайме пропустили гол в самом конце, уже перед свистком на перерыв. Конечно, этот гол, наверное, придал больше сил Ростову. Во втором тайме мы владели преимуществом, создали массу моментов, рисковали, поэтому и получили второй гол уже в самом конце. Но в любом случае хочу сказать, что действиями команды в волевом плане, да, я доволен, да, определенные моменты игровые, которые мы не делали так, как хотелось, да, они просматривались, мы выпускали в контратаке или быстрые атаки соперника, не могли их нейтрализовать. Поэтому была такая игра на обоюдо острой. Вот, это нам не удалось, над этим будем работать. В целом двигаемся дальше, неприятно, но надо признать о том, что Ростов сегодня заслужил победу. Олег Георгиевич, что мешало? В первом тайме команда вообще непонятно как двигалась. То есть что-то здесь психологии или физически что-то там. Как-то можете объяснить сейчас уже? Мне трудно объяснить, в чем причина, почему мы не играли на той скорости, которая была во втором тайме. Но я думаю, что прежде всего, что соперник нам достаточно противопоставил свою игру. И здесь, как я говорил, мы выпускали атакуем, мы выпускаем их в атаке, свои же ошибки, которые мы делали, мы их по ходу не исправляли в первом тайме. Поэтому очень много было встречных атак на наши ворота. Во втором тайме мы исправили это, более начали грамотнее и прессинговать, и доигрывать свои эпизоды, поэтому получили вот такое большое преимущество. Но не получилось забить гол. Я думаю, что в первую очередь, наверное, тот график, который у нас был, игр, и, может быть, в какой-то степени повлиял. Но не думаю, что это сильно сказалось на наших игроках. Не было Вандерсона, может быть, тоже в какой-то степени определенно я поставил Мамаева на ту позицию, где играл Вандерсон. Может быть, некомфортно было ему в этой позиции играть. Хотя были определенные моменты, просто Ростов забил, мы не забили. Независимая спортивная газета, Олег Юрьевич, скажите, можно ли матч с Ростовом поставить в один ряд с поединками с Томском и с Уралом, командами тоже грамотно действующими в обороне и не позволившими развернуться от Краснодара в атаке? Ну, в какой-то степени можно так сказать. Мы не взяли очки из-за того, что не смогли в первую очередь забить. Но и пропустили голы и не смогли должным образом, да, сыграть тот футбол, который... Ну, нам бы хотелось, да, более с организацией быстрой атаки через пас, через то, чтобы наши игроки вырывались на пространство. Этого пространства соперник нам не дал. Это советский спорт, это замечательная комбинация в втором тайме, когда Мамаев не забыл с выгодной позиции. Это наигрывается на тренировках или это импровизация? Где наигрываются определенные комбинации, где они, что касается игры, там мы играем тоже определенные схемы. Есть все, здесь и талант футболистов, и определенные комбинации, которые присущи футболу, которые надо наигрывать, исходя из тех игроков, что есть. В этом матче, к сожалению, было особенно заметно, что Роман Широков категорически избегает практически любых единоборств, до конечного убирает ноги и всячески себя бережет. А беспокоит ли это вас как тренера, или вы намеренно готовы закрывать на это глаза в свете тех других плюсов, которые он показывает?
действия команды? Ну, Роман делал большой объем работы, и я не могу сказать, что он ноги убирает, определенные эпизоды, возможно, он не доигрывал. Я думаю, что, как и все футболисты, которые у нас в группе атаки, мы здесь не сыграли именно в тот футбол, который я вам сказал, что мы проповедуем футбол и в атаке, и в отборе, и он должен быть агрессивный, и здесь не хватило всей команде. Не надо обращать внимание на отдельных футболистов, и не будем на эту тему говорить.